Противник продолжает нести значительные потери. В результате удара высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и 8 установок реактивных систем залпового огня «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения. В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжается отказ от выполнения поставленных задач. Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированный во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчьяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено 8 артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» в районах Курахово, Украинск, Новоселовка, 2, Воздвиженка и 2 артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, 8 танков и других боевых бронированных машин, 3 боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. В районах населенных пунктов Попасная, Капитонова, Луганской Народной Республики, Андреевка, Боровенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкая, Долгенька, Изюм, Малые Проходы и Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер, Харьковской области, Пятихатка, Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сын-Деменуха, Молодежная, Херсонской области и в районе острова Змеиный. Также перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежная Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Брашковка, Глинская, Долгенькая Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и в районе острова Змеиный. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.